Друзья, всем привет! Спасибо, что в очередной раз заглянули на мой канал. Особенно, как всегда, приветствую простых зрителей. Подписчикам же крепко жму руку. И особенно приветствую подписчика, задавшего вопрос мне про небулайзер от компании Xiaomi. Марки VP-M3A, так называемый Xiaomi Andon. Ну что ж, и сразу после заставки канала я приступаю к записи ответа. Ну так вот, подписчик мне задает вопрос на тему, для чего у данного небулайзера есть USB-порт, micro-USB. Соответственно, может ли устройство работать без батареек или аккумуляторов, только от питания по micro-USB, либо же этот порт у нас может использоваться для зарядки аккумуляторов, которые у нас установлены внутри. Если честно, из-за того, что инструкция у нас на китайском и информации об устройстве пока мало, я буду вынужден сейчас произвести небольшой эксперимент, дабы ответить на этот вопрос. Ну что ж, и сразу же приступаем. Ну, для начала я беру физраствор и наполняю буквально чуть-чуть физраствором наш прибор. Ну вот так. Для теста уже достаточно. Так. Прибор закрывается. При этом аккумуляторы вынул. Я беру powerbank. Я беру кабель для зарядки. Подключаем. Подключаем к устройству. Включаем powerbank. И проверяем, может ли устройство работать от внешнего питания. Поехали. Да, устройство прекрасно работает без аккумуляторов от внешнего питания. Если powerbank отключается, устройство работать перестает. То есть встроенного аккумулятора, как и предполагалось, у нашего небулайзера нет. Теперь следующий тест. Возвращаю на место аккумуляторы. Так, ну понятно, что просто от аккумуляторов устройство также может работать. Может ли оно заряжать аккумуляторы? Так как аккумуляторы в устройстве заряжены не полностью, то если бы присутствовала еще и возможность зарядить аккумуляторы, находящиеся внутри устройства от внешнего USB питания, то мы бы сейчас с вами наблюдали некоторое потребление, сколько-то миллиампер часов энергия бы уходила бы сюда в устройство, аккумуляторы подзаряжались. Но как вы видите, потребления никакого нет. Powerbank у меня автоматически, так как потребления нет, уходит в режим сна, то есть отключается. Соответственно, мы с вами проверили, что функции зарядки аккумуляторов, находящихся внутри устройства, в данном случае у нас нет. Все, вот такая вот проверка. Таков мой ответ на вопрос подписчика. Я вас благодарю за просмотр моего видео до конца. В конце у меня, как всегда, формальности. Спонсорами этого видео, как всегда, являются международные площадки AliExpress, Tmall, Gearbest. Список лучших товаров по моей версии с этих площадок, как всегда, можете найти в описании к видео. Ну а если видео вам помогло, то поддержите мой канал, приобретя по моей партнерской ссылке любой необходимый вам товар. А я заработаю на этом свои 5 копеек. Мне этого будет вполне достаточно. Все, друзья, всем счастливо. Не болеть вам и вашим детям. Всем удачи, пока.